не знаю, как это слышно, не слышно, но обороты стоят на месте. Ну, то есть сама стрелка тахометра стоит на месте. А сами обороты как будто бы то ли проседают, то ли наоборот возрастают, а потом возвращаются в исходную позицию. И это, блин, создает такую тряску периодическую, то есть. Ты вот так вот раз останавливаешься. Вот так вот ничего нету. Но раз на раз не приходит, и оно бывает, что как-то укает, блин, нездорово. Что это может быть, друзья? Кто сталкивался, подскажите. Subaru Outback 2007 года, 253 мотор, 2,5 литра. Спасибо.